Привет, привет, друзья, привет. Вот что я купила. Не знаю, это, конечно, вроде бы сюда не идет. Но она, видите, такая с капюшончиком. Вот. Такая с капюшончиком. Не видно тут. Вот. Вот видите, она как сделана так. Вот капюшончик. Мне понравилось. Видите, как она сделана, ребят. Вот. И видите, тут тоже как сделано. Во. И тут она, видите, как прошита. Вот. Модненько, да? Так. Вот это сюда идет. Вот такая вот. Вот. Прям по мне, прям, да. М-ка, все М-ка. Видите, тут как тоже сделано. И вот тут вот тоже надпись, там где-то вот, надпись. Вот тут вот что надпись. Вот. А тут что-то, видно, отпоролось. Пуговки нету. Вот тоже. И такой цвет мне понравился. Вот. И тут даже, видите, как сделано вот. Подожди, а тут же, может быть, где-то... А, есть пуговка. Вот пуговка запасная и есть. А тут даже все пуговки подписаны. Подписанные пуговки. И тут они, видите, как сделано? О, вроде неплохая рубашечка. Сейчас попробую. Вот эти попробовать одеть.
Ну это вот это, мне кажется. Вот сюда идет. Да, вот этот сюда идет. А та красная. Вот так вот лучше идет. Вот. Все в целлофане, никакой даже хотя бы бумажкой как бы завернули бы добротно. Все вот это целлофан. Вот увидела, думаю, а куплю я разноцветные, чем вот эти вот пакеты, да? Вот смотрите, такая сумочка, такая, и вот такая. Так, рассматриваем последнюю. Ага. Уже разрывается. Короче, это надо будет прошивать здесь. Сейчас я проверю. Подождите, вернусь. Ну вот, мне воду носить. Но ручки, конечно, придется. Вот. Что-то подложу. Вот, видите? Вот мне для воды. Но все равно надо будет прошить. Ручка, конечно, тоже будет прошить. Вот для чего я взяла. Вот. И ручки тут надо все прострочить. Вот. Так что пригодятся, правда? В хозяйстве всегда пригодится. И пошла красивая сумочка. Вот. Вся такая разноцветная. И пошла. Так. Сейчас попробую другую. О, видите? Входит такая вот. Сюда входит. Нормально, правда? Две, три, четыре, пять штучек. Да я думаю, и в магазин хорошо так сходить, да? В магазин так. Или в гости кому-то, да? Подарок даже сделать. Вот в сумочке подарок положить чем-то туда. И очень тоже хорошо. Такие разноцветные сумочки такие. Вот. Так. И еще. Вот такая вот. Вот какая. Вот такая большая еще. Пригодится.
вот такая вот поменьше, это побольше сумка. Это большая. Вот. Это чуть поменьше. И она вот, вот так вот сшита. Походу. Вот. Пригодится до переезда, если что. Прочный такой, знаете, материал, гладкий. Вот я опять положу. Вот. Мне тоже очень понравилась сумка. Красивая, Париж. Вся блестит. Вся такая вот. Прекрасно прям за продуктами ходить. За продуктами прям прекрасно. Париж. Париж. Куда повешу пока. Так. Увидела магазин, как открылся. Так. Купила вот такие носочки. Думаю, ой, смотри. Носочки какие тут прям. И вот такие вот. Лакоста. Лакоста, видите? А что мне понравилось, там были еще другие. Но тут вот резиночка есть. И там какие-то они широковатые были. А это вот с резиночкой тут, видите? Так? И вот такие, смотрите, какие интересные. Правда? Хорошо, что не синтетика, вот что. А что-то тут не написано, какой состав-то. Где-то иногда пишут состав, а иногда не пишут. Пирамид, эластан, хлопок. Вот. Красивые же. И вот эти, смотрите, какие. Тут-тут. Вот. Пока есть возможность купить, надо покупать. Ну вот. Мои покупки. Вот. Там купила кабачки купила, капусту купила. Капусту купила. А, еще вот что купила. Вот такой вот. Идет мне? Напишите комментарии. И поставить вот такой лайк, если мне идет. Я мерила, такая еще есть, знаете, прямая такая вот козырек. Но она так, знаете, зеленая, а тут так, как-то такие полосочками так было сделано. Что-то я смотрел, мне не очень идет. Я бы больше такие люблю, вот, чтобы прокругленькое было. Вот, ну вот, смотрите, я вам покажу. Вот сейчас покажу. Вот перчик купила. Желтенький так. Капустки две качанчика. Бананки. Вот. Купила вот такой лук. Берите всегда лучше вот такой среднего размера, да. Я раньше крупные брала, но, знаете, он весь его не порежешь, да. Холодильник положишь, приходится фольгу заворачивать. И он начинает потом сохнуть. Сохнуть потом начинает. Так, сейчас я вам еще что покажу. Уже в холодильнике, потому что. Я пока сниму, ее надо простернуть. Вот. А, купила вот шампиньоны. Думаю, да, попробую купить. И вишенки. Вот.
Вот тут вот морковка. Вот морковка. Ее надо разорвать. А то она... Высыпать. Всегда высыпайте лучше. Так. И вот кабачки. Кабачки надо тоже, а то тогда они могут сгнить. Сюда вот так вот положу. Недорогие кабачки. Вон, видишь, уже сырое пакета. Вот. У меня тут... А, все, вот так это вытряхну. Вот. А, подсказ здесь пока лежит. Вот. И купила вот такую вот индейку. Вот, индейку такую. Тула. До прилавка 3 часа тула и стулы. Для супа. Вот. А это я вот в мешок. Я не выкидываю целлофаны. Я их собираю и потом сдаю. За это получу прибыль. Вы вот берете на помойку, несете, а потом бросите. Вы берите, собирайте. Собирайте бумагу, картонки, вот всякие есть коробки. Не выкидывайте их. Вот. Вы же мусор пойдете, понесете на помойку и отвезут на поле. Вырубят лес и завалят это все землей, глиной. И оно не сгниет. У меня будет так лежать и портить экологию. Если вам не безразлична экология, может быть, богатые, лучше выкинете. То, конечно, на помойку выкинуть. Сколько выкидывают на помойку полиэтиленовых бутылок? Их никто не будет перерабатывать. Вы же сами срете. Там, где живете, и не думайте о природе. Вы сами ее убиваете. Сами убиваете. На лучше, сколько этих пентиленовых бутылок валяется. Можно собрать и сдать. Так вот.
Так что, мои хорошие, подписываемся, ставим лайк и дизлайк. До новых встреч, друзья, до новых встреч. Всем вам здоровья.